Всем привет, сегодня смотрим дополнение от Киберхакера для Granny 3. Стартуем. Выбираем специальный режим сложности Easy. Вдвоем со Слендриной. Ноклип. Вылетели, смотрите, какой удобный ноклип. Все, у нас закрыта клетка. Здесь что есть? Бессмертие включаем. Бесконечные патроны, ноклип уже вырубаем. Все, будем ходить. Давайте смотреть, что здесь есть. Ну-ка, можно открыть ею? Нет, смотрите. У нас ведь есть с вами целая отмычка, и нам не разрешают ее использовать по отношению к замку. Этот замок так и быть взломаем. А, нам уже дед помог открыть. Спасибо. Слендрина не кричала. Так, кстати, меня дед заталкивает. Смотрите, здесь тесный проход. Не получается здесь уместиться вдвоем. Смотрим, что еще есть. Ноклип. Игровое время офф. 0-1. Так, для кого на 0-1? Слендрина, привет. Да, мы-то перемещаемся рывками. Ну-ка, давайте посмотрим за дедом. Он рывками перемещается. Он сейчас, кстати, придет. Нет. Смотрите, дед-то плавный. Не дергается, а вот мы перемещаемся дерганиями. Интересно, 0ZR будет делать такую же функцию, как у киберхакера? Потому что в предыдущих его модах мы не дергались на таймскале 0.1. Все, единица, телепорт меню есть даже. Меню камер? Это как? Видеть все камеры. Так, подождите-ка. Это, видимо, еще рано. Как это все камеры? Здесь же камер даже нет в игре. Можем слетать к крокодилу. Давайте это и сделаем пока что. Ах ты, вот ты где сидишь. Коричневый крокодил. Интересно, что это за порода? А если мы бессмертие вырубим, он как с нами? Побежит? Вау. Выдвинулся, и где ты? Иди ко мне. Так, иди ко мне. Побежал. А, и снова нырнул. Беги, 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 беги. Беги, беги. Я просто его драконю, так скажем. Смотрите, что пишут нам. Дискустин вода. То есть, видимо, неприятная вода. А, попались. И резко бессмертие. Ну, мы, по крайней мере, в своей комнате. Вылетаем сразу? Да, точно вылетели. Взлетные конфеты приняли. Так, ну мы очень скоростные. Это почему? Игровое время единица. Может, это не дефолт? Подождите-ка. А с чего? Давайте кружиться. Это что вообще такое получилось? Нас как будто бы устранила Слендрина. Можем попасть в сарайку легко. Вот здесь ноклип отличнейший просто. Фьюз берем. Улетаем. Считайте, приняли взлетные конфеты. Можем вазу скинуть? Взяли ее. Так, ладно. Ставим фьюз. Закрутился. Вазу взяли, ныряем прямо вниз самый. Это жесть. Ему не понравилось. Это опасно, видите, написали. Мы сейчас находимся в режиме ноклипа, но особо ничего не пробуем. Поставили. Хотя можем так взять. Да, все, кабель наш. Можно даже вазы не ставить. Но можем дразнить крокодила. Через него. Просто рискнул. И ничего не произошло. Подключаем кабель. Запустили. При закрытой сарайке. Все, давайте снова возвращаться к дополнению. Меню предметов. Кривошип моста, спавн. Давайте его сразу ставить. Так, игровое время, ну-ка тройку. Это, то есть мы быстрее будем? Ну все быстрее, скорее всего. Да, и вода быстрее течет. Мост. Видите, уронили на себя. Кокос. Спавна, можно еще? А реально много кокосов, и они все подсвечены. А есть вообще наша скорость? Давайте посмотрим. Настройки игрока. Скорость ноклипа и просто скорость. Вот мы быстрые. Там бабка ходит, но нас не замечает. А если мы еще разрежем кокос, что будет? Мне кажется, проще до него добежать, чем его заспавнить. Все, уже не ставится. Бабка, привет. Так, ой-ой-ой, она сейчас меня толкнет. Объект и капкан. Капкан заспавнили. Закрыть, проходим. Давайте отключим бессмертие. Попались, ура. Свой же капкан, который мы поставили. Вот это киберхакер молодец, справился с таким зданием. Дрова.
Спавн. Полетели, поставим дрова. Раз. Спички есть? Сразу спички, смотрите. Кабель нам уже не нужен, потому что мы его применили. Полетели теперь к ворону. Ключ от сарайки, все, выкидываем. Мы его уже применили. Что еще есть? Пэдлокей. Планка. Нам она не нужна, у нас есть ноклип, но все равно можем поставить. Вот, мы потому что пересекли землю на ноклипе. Place. Отключаем меню предметов, еще. Ключ от сейфа, рогатка, Тедди. Просто много Тедди. Как бабке это понравится. Вот мы Тедди взяли. Красные глаза, она такая говорит, ну уж нет. На. То есть мы можем быть, смотрите, флешем. Сейчас попробуем даже это сделать. Игровое время 0.1. И мы сами делаем себя скоростным. Настройки игрока. Скорость. Получается, давайте сделаем десятку. У нас время остановлено в 10 раз. И наша скорость увеличена в 10 раз. Но все равно, видите, с рывками. Она бы с нами не поспела. Ваза есть, ваза вторая. Спавн. Это та ваза, которая над нами. Все, бежим. Мы очень скоростные. Опять-таки, даже эффективнее, чем ноклип. Потому что ногами удобнее забегать. Вон, видите, какие мы скоростные. Я уверен, что ноклип проиграет. И здесь уже ничего не будет, потому что был кабель. Закрыто. Смотрим далее. Объекты есть. Мертвая Грэнни, мертвый дед. Спавн. Вау. Сколько можно? А, бесконечно? Ну, скорее всего, не мертвые, они же потому что не умирают. Они только засыпают. Бабка почему-то решила поспать на потолке. Давайте проверим, они на ноклипе будут летать? Спавн. Осел. Давайте покормим крокодила. Спавн. Еще спавн. Все, у крокодила корм прилетел. Вау. Куча мала, почему вы здесь стоите-то? Они стоят здесь, может я буду стоять? Проверяем. Да-да-да, здесь какая-то зона, что можно стоять. Вот интересно. Давайте сюда наспавним бабок. Так, а деды? Они исчезли. Ах ты, я сорвался. Ой, за пределы. Слендрина здесь стоит. Фантастика. Так, а ты что здесь делала? Почему она молчала? Опять Слендрина. Привет. Так, так давайте так, такую превьюшку сделаем. Там у нас бабки на воздухе. Вот эта тема. Ну-ка, подальше. Она, видимо, здесь вечно стоит. Ну-ка. Нам пройти даже здесь нельзя. Да, похоже, она вечно здесь стоит. Это ее место родное. Бабка такая пришла разбираться. Меню камер, вот это интересно. Видеть все камеры, он. Киберхакер сделал полностью все. Мне кажется, у 0зрэпа почти нет шансов что-то сделать лучше. Единственное, он может сделать таймскейл 0.1 без рывков. И все. Давайте смотреть. Настройки Слендрины. ESP на клонах. Так, проверяем, это что значит? Чтобы клоны отображались у нас. Но мы ее еще не клонировали. Удалить клона, клонировать. И теперь как? ESP на клонах. Дед, привет. Клонировать. В рассыпуху. Куча слендрин. Мы кривошип моста заспавним. Крэнк. Спустим мост. Смотрим. Ну, прижали слендрин. А, вот камера-то есть. Интересно. Вот тоже еще превьюшка неплохая. Когда ноклип подключил, сразу упал. Настройки бабки. Давайте проверять. Остановить. Клонировать, установить камеру. Ну, допустим. Настройки бабки. У нас камера, получается, на ней установлена. Давайте смотреть. Меню камер. Видеть все камеры.
и мы не можем за ней наблюдать. Выбрать камеру, зажать для удаления. Бабка. Ах ты, вот. Мы смотрим от лица бабки. Вот тема. Вот она что делает, оказывается. То есть мы на бабку накинули камеру. Давайте смотреть. А как нам вообще отключиться от нее? Да, как нам отключиться? Видеть все камеры. Ну-ка, он, допустим. Нет. Неограниченная дистанция. Выбрать камеру, зажать для удаления. И мы там, кстати, где-то ходим. Видите, мы зажимаем, но она не удаляется. Дед. Кстати, а если на деда переключимся, давайте проверим. Меню камер. Настройки деда. Установить камеру. Скорее всего, установили. Резко назад. Переходим в меню камер. Выбрать камеру. Дед уже. А, вот дед. А что, себя выбрать, надо на себя нажать? Ну-ка. А, да, и вот я. Тема. Так, ноль за рэп здесь вообще не справится. Выбрать камеру, давайте, дед. Он спит. Она сюда как раз таки не идет. Так, 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 интересно. Быстро себя выбираем. Давайте нашумим. Ах ты, нечем. Чтобы кинуть-то. Предметов нет, слендрина. То есть мы и от слендрины можем смотреть. А если мы встанем сами? Где-то там стояла. Уже все. Убежала. Дед идет. Давайте переключимся снова на него. Выбрать камеру, дед. Все, и мы идем за деда. Вертеть головой не можем. Да, вот его нос, глаза, рот. Он пошел. Так, ну переходим опять в меню камер, конечно. Надо на себя переключиться. Выбираем себя. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы видны? Все, встаем в проход. Включаем меню камер. И дед. Нас нет, он слендрину видит. Так, она помешает ему? Да, помешала, видели? Они терлись. Но меня дед не увидел. Либо я был слендриной. Вот что самое страшное. Игрок. Видите, я же здесь как раз таки стоял-то. Ну-ка. Бабка, куда пойдешь? Надо убедиться, куда она пойдет. А, все, сюда. Дальше. Сюда. Резко меню камер. И бабка. Ломится, смотрите. Нет, мы слендрину не видим. Она боком идет. Так, приколюха. А если я отключу бессмертие? Все, ждем. Кого она будет ударять? Это она об меня терлась. Там слендрина уже стоит. Опять-таки, это как будто бы я. Фантастика, меню камер. Выбрать камеру, игрок. Бабка меня реально не заметила. Сейчас смотрите, что делаем. Меню камер. И выбираем бабку. Она поднимается. Буду ли я? Оглядывается. Ну-ка, если на себя переключиться. А, они меня больше не видят почему-то. Ну и ладно. Не видит, все. Бессмертие не работает, да и ладно. Смотрите, типа не видит. Но она меня чувствует. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли у слендрины камера. Установили камеру на слендрину. Назад, давайте на крокодила. Настройки крокодила, установить камеру. Кто там у нас еще есть? Настройки игрока. Так я, получается, могу даже установить камеру где-нибудь. Меню камер, давайте смотреть за крокодилом. А, все ждет. Видите, не плывет, просто стоит. Слендрина. Тоже стоит, давайте ждать. О, появилась. Я ею могу управлять. А вот это необычно. Она прям, кстати, сопротивляется. Так, ты куда смотришь? Ну-ка, давайте проверим, здесь ли она, игрок. Здесь, 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 здесь. Точно, это все работает. В машину ее поставил. Слендрина чинит машину, смотрите, редчайший кадр. Ну-ка на Слендрину. Да, вот она действительно смотрит туда. Ура.
Игрок. Все, это мы. Нас, конечно, крокодил видит, да? Где ты? Так, сейчас будем от него убегать и включим камеру. Все, бежит, молодец. И врубаем камеру. Крокодил. Кого-то съел. Так, ну, по итогу показали, как будто он сам себя съел. Давайте попробуем установить камеру, допустим, вот здесь. Меню камер. Установить. Имя камеры. Давайте будка назовем. Выбрать камеру. Игрок. Да, я идти не могу, но вот только так, мышкой могу. Теперь ждем дополнений от киберхакера на все игры с такими же функциями, чтобы смотреть за разными персонажами. Ну-ка, нам разрешат вылететь? Давайте посмотрим уже на будку. Вот, мы ее здесь поставили. Все, и наблюдаем. Получается, если бабка пойдет, мы ее увидим. Да, здесь только лишь камера стоит, но мы сами ходим. Видите, даже значок руки появляется иногда. Выбираем игрока. И реально мы ходим. Давайте посмотрим, как мы сами идем. Вот здесь камеру поставим. Установить камеру. Назовем дом 1. Просто дойдем до двери сейчас. Выбрать камеру, дом 1. И мы идем вверх, смотрите. Вот так. Все, рука появилась. Нажимаем. И открылась дверь, потому что мы ее оттуда открыли. Видеть все камеры. Вот они подписаны. Все камеры видны. Видите, там кто-то наверху ходит, это, видимо, бабка. На третьем этаже, да, она на самом верху. Дед внизу, дом один. Это прям статическая камера. Будка. Вот есть крокодил, он просто засел. Слендрина самая интересная. Под лестницей стоит, подлец. Выбрать камеру, зажать для удаления. Давайте попробуем. Дом один, зажимаем. Видите, не удаляется. А, нет, удалилось. Дед пошел по камере Слендрины. Так она уже за ним следит. А зачем она это делает? Она следит за дедом? А он даже этого не подозревает. Камера дед написано. За бабкой следит. Ну-ка, давайте от лица бабки. Не успел. Выбрать камеру бабка. Выбрать камеру Слендрина. Опять-таки, ее провожает взглядом. И мы можем вращать. Ну так, можем посматривать за ней. Давайте мы на этом обзор дополнения от киберхакера закончим. У него появились фантастические функции, что мы можем устанавливать камеры и следить от глаз персонажей. Киберхакеру спасибо за предоставленный файл, всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.